Привет, друзья! Заезжал в магаз, думал, какую же мне купить катушечку для своего спиннинга Сильверадо Графит Лидер. Вот, думал, наконец-то надумал купить себе катушку Дайва Баллистик 2500 ЛТшка. Ну так вот, вот такая у нас катушечка. Чё-то нас так хреново светит. Во. Ну что ж, кроем, распакуем. Почему выбрал именно Дайва? Да потому что мне просто нравится фирма Дайва, ребята. Вот и все. Чё тут у нас? Вот сама катушка в пакете. Как бы... Отдельно ручка. Ручка вкручивающая, съемная. Инструкции тут у нас, да. Меня просто с той стороны подсвечивает, как бы телефон, чтобы видно было, да. Вот инструкция, всякие там, что там. Еще. Ну, опять инструкции. Вот еще прокладочки. Вообще, короче, бумажка. И пакетик, и бумажка. Что нам очень неинтересно. Да, нужна катуха. Так, ну так вот, вот катушка. Во. Вот она. Такая. Почему Дайва? Люблю Дайву. Просто люблю Дайву. Мне она нравится. У меня всегда были катушки Дайва. Я всегда покупал катушки Дайва. Мне они очень нравятся. Ну, катушки обалденные. Что-то у нас не нравится, как они подсвечиваются. Подождите, сейчас мы попробуем. Так вот, такая катушка, 2500, у нее размер, ну вот вес у нее, как заявляют, 180 грамм. Да, ребята, забыл самое главное, жены-то дома нет, возьму у нее весы пищевые, посмотрим, сколько действительно весит ли она 180 грамм или нет. Катушенцы это. Ага. Ха! Ничего себе! Вот это да! Но вопросов нет. Будем пробовать, смотреть, как она себя поведет, насколько ее хватит и так далее. Ручка вкручивающаяся. С одной стороны, говорят, это хорошо, то, что меньше будет люфтить. С другой стороны, это очень неудобно, когда приходишь на рыбалку, хочется быстро собраться, и так раз-раз, там сложил, разложил. А тут приходится откручивать, закручивать, убирать, не дай бог потеряешь еще эту ручку. Ну, да ладно, ну, все возможно, все, да, как она крутится. Ребята, как она крутится, ё-моё, красота. Это ЛТшечка. Вот. Камера GoPro никак не сфокусирует. Ну, в общем, все понятно, да, тут все работает. Здесь, в этих местах, у нас ничего не люфтит. Ручка подтянем. Ручка тоже ничего не люфтит. Все отличненько. Ну, так вот, для чего, почему закручивается лучше? Что, ну, для меньшего люфта. Чем меньше люфта, тем лучше. Очень легенько. Ой, как она крутится, слушайте. Ой, какая красота. Люблю просто Дайву. Вот и все. Ни с чем это не связано. Мне нравится Дайва. Что насчет Шимана? Шиман, да я не пользовался никогда Шиманой. Может оно лучше, может хуже, не знаю. Мне нравится вот Дайва. Такая вот красивая катушка. Не знаю, всю эту красоту, скорее всего, камера не передаст. Что на самом деле вживую. На нее, естественно, намотаю одну из любимых своих плетенок. Это Sunline. Никакая не реклама. Я люблю эту фирму и люблю именно вот такую плетенку. Sunline LT8. Да, она что-то стоит. Да. Вот. Но плетенка офигенная. Здесь я взял 0,7. Разрыв 5,3 у нее. Для тяжелого джига. Ну, скажем так, кто-то скажет, что 8-жильный для джига, обалдел, что ли, 4-жильный достаточно. Да я просто вам скажу так, что у меня поводок из флюрика, и
часть плетенки она просто не цепляется по дну, и поэтому она на износ изнашивается меньше. Если, конечно, без флюрика, то она изнашивается больше. Да? Сейчас попробуем. А так я всегда вижу флюрик, не парюсь. Смотрите, насколько она вообще тоненькая. То есть тут как бы, да, 5,3 разрыв, 5,3 кг. Но в воде, естественно, больше будет. Там, я думаю, что рыбу вполне до десятки, а то и более можно вытащить. У нас таких рыб-то в Подмосковье нет. А если есть там одна на миллиард, ну, все, уже выцедили. Ну, и вот она, насколько, смотрите, какая тонюсенькая прям, вот тоненькая-тоненькая. Обалденная плетеночка. Ну, да, зараза дорогая, да. Ну, ничего, зато... Ну, опять же говорю, это, наверное, через камеру не передать, насколько она тонюсенькая. Если сравнить с леской, с разрывом 5,3, то там вообще уже канат. Я не засираю, ребят, ни в коем случае, леску нет. Ну, в плане вот, как бы тонкости, да. Ну, вот такая плетеночка. Эта плетеночка поедет вот на такую катушку, вон, да, его баллистик. ЛТ-шку 2500. Очень легенькая катушечка. Естественно, нужно делать, как все говорят, бэкинг. Я вам скажу, подмотку, чтобы вот в этих местах до этого места дошла плетеночка. Но в то же время не перебарщивать, чтобы не было бороды. Ну вот, да, и все. Катушка симпатичная. Что-то у меня телефон мой светит, фонарик. Как-то так, извините уж за качество видео, хреново если. Ну, вот так вот у меня по-другому никак, ребята. Ну, такая катушенция, обалденная, легенькая. Хотя, надпись здесь, вот такая вот. Чего же ты никак сфокусировать-то не можешь? В общем, Made in China, ребята. Как ни крутите. То есть, так все работает, крутится отлично. Гладенько. Прям так шуршит. Какая красота. Ой, как захотелось мне сразу на рыбалку. Е-мое. У нас зима. Ладно, все, хватит облизываться. Катушку посмотрели, плетенку посмотрели. Все это будем наматывать. Приводить в рабочее состояние. И ждать рыбалки. Скорее на рыбалку, когда все это... Возможно, сейчас получится. Не знаю, получится, не получится выбраться через недельку. Хотя бы на Москву реку просто покидать, ходить, половить. Удовольствие отвести, а то уже сколько можно. Сил никаких нет. Ну что ж, всем спасибо. Ну, сори, если качество видоса не очень. Ну, вот только в таких условиях снимаю. К сожалению, других нет. А может быть и счастье. Спасибо всем. Счастливо, ребята!